Слова благодарности и награды тем, кто был на передовой в борьбе с коронавирусом. В молодежном центре «Патриот» чествовали медицинских работников и волонтеров. Каждый из вас несет ту лепту служения ближнему. Эти слова адресованы и медикам, и волонтерам. Именно они первыми оказывали помощь нуждающимся в период пандемии. Благодарственные письма, подарки – еще один повод сказать спасибо за добросовестный труд и самоотдачу в борьбе с инфекцией. Очень приятно, что не забывают о нашем труде, что его уважают и действительно ценят. За вот время с начала пандемии у населения появилось чувство уважения к медицинскому персоналу, не только к врачам, но и к медсестрам, и младшему медицинскому персоналу, что очень приятно, потому что этот труд, значит, наш труд, он высоко оценивается населением. Бесценная работа волонтеров. Павел Туряк, например, даже не может посчитать, сколько продуктовых наборов и медикаментов активисты собрали и доставили нуждающимся. Работали без выходных, порой до поздней ночи. Помочь надо было каждому. Мы во время пандемии грузили продукты, ездили в Москву, загружали машины для нуждающих и проводили разнос по жизни. Интересно было помогать людям, особенно пожилым, так сказать, ветеранам, пенсионерам. За неоценимый вклад и помощь в период пандемии волонтер врачей и медиков поблагодарила глава муниципалитета. И те герои. Герои Серпухов, герои Московской области, герои России. 2020 год показал нам, как надо ценить, как надо любить, как нужно доверять друг другу. И показал те истинные ценности, которые должны быть в каждом человеке. И на самом деле очень многие слова говорить на самом деле сложно, тревожно, потому что мы не привыкли к этому. Но вам сегодня мне очень хочется сказать от всех нас огромное большое спасибо. Главные врачи больницы имени Семашко Николай Ефременков и Серпуховской ЦРБ Павел Звенигородский также были награждены благодарственными письмами главы городского округа. На торжественной церемонии сегодня присутствовали представители администрации, благочиния, Совета депутатов и почетные гости.